Всем здорово, мужики! Это мой новый ролик на моем YouTube-канале. Сегодня я решил взлететь на Вандеркейс. У меня на балике 40 354 рубля. Этот балик у меня остался с прошлого ролика. Мы там подняли плюс 18 кусков за видос. Надеюсь, сегодня меня Вандеркейс будет окупать абсолютно так же. Но, в принципе, да не, ну еще лучше это и так. Я что-то обнаглел. 18 кусков, это очень сильный результат. А полетели со старта уже по традиции снеговик. 5 штучек на 6 450 рублей. И в идеале, чтобы прям со старта нас эти кейсы хорошо окупали. Потому что я люблю использовать поговорку «нам падают перчатки с третьего кейса». Отлично. И мы прям в начале ролика поднимаем, получается, сколько? Плюс 2000 рублей. Отлично. А самое главное, как раз начать видос в плюсе. Ибо как ролик начнешь, так вы закончены. Вы все сами прекрасно знаете. И также, мужики, напоминаю, все, кто хотят покатать на Вандеркейсе, вы можете при пополнении ввести промокод MKLR и получить плюс 25% к депозиту. Депать можно абсолютно со всего. С кивасы, карты, скинами, криптой, как вам нравится. Депнули скинчиком 1000 рублей. На балике получили 1250. Вы со старта будете в хорошем плюсе. А также напоминаю, если вы регистрируетесь по моей ссылочке в описании под видео на Вандеркейсе, вы получаете бесплатный кейс просто за регистрацию на сайте. Еще можете зайти в бонус, подписаться на всех соцсети и получить сверху 12 рублей на халяву. Так, ладно, мы полетели дальше катать на сайте. Давайте сейчас Человек-бензопила, тоже хорошие кейсы, которые меня чаще всего окупают, 5 штучек откроем. Так, вижу, новая фуксия падает, это вроде дорого, но плюс 90 рублей, не то что прям супер бешеный плюс, но сойдет. 3200 опять окупает. Я говорю, этот кейсик, он такой стабильный. Если сливает, то обычно не намного. Но что-то сейчас, кстати, зря к нему подлизываюсь как будто. 3700, неплохо, еще 5 штук. Дуалити хорошо, но все остальное... Не, вот это тоже хорошо, отлично. 3800, еще 5 штучек. Так, 3800, отлично, нормально. На балике почти 44 тысячи, меня все устраивает. Давайте сейчас тройнем какую-нибудь пипега. 3 штучки на 9 тысяч рублей, давайте попробуем. Пипега, конечно, уже не такой стабильный кейсик. Так, Орион хорошо, но вот дальше падает говно, да, 8800. Ну, нормально, на самом деле в нуле еще 3 штуки, ножик падает, отлично, 12800. Мы продаем на балансе 47 тысяч рублей, то есть мы уже подняли плюс 7 тысяч рублей к балансу. И меня, естественно, это не может не радовать. Так, окей, сейчас предлагает тройнуть магнат 5 штучек на 15 450 рублей. Так, красный глянец, гамма-волны, это хорошо. И, в общем, все стоит сколько? Ну, 11500. Ну, есть хорошие скины, но, к сожалению, в общем, минус. Но это, ну, 15 300, ну, даже это минус, еще 5 штук. Вот, багровое цветение, 21 тысяча, отлично. Ну и как будто давай 50 тысяч пробьем этим кейсом. Ах ты, а нет, топливный инжектор в конце упал, хорошо, 17, отлично. На балике 51 390 рублей, красота. Так, ну когда такой громадный баланс, я думаю, можно себе позволить перчаточную одну штуку за 9400 рублей. И в идеале, чтобы ты мне тоже спокойно выдавал, но это, кстати, минус. Они выглядят хорошо, но это минус, я это помню, да, 8600. Ну не жесткий минус, то давайте еще одну штуку. Так, третья рота командо, хз, сколько стоит, если честно? Сколько? 6200. Ну, а может, ты меня окупать уже будешь? Но я тебя понял. Да, бронза, спасибо. Перчаточный меня подсливает на балике 45 тысяч. Окей, тогда давайте попробуем на живой. Если перчаточный сливает, значит, на живой должен выдавать. Я же прав? Ни хрена я не прав. Наваха, вороненная сталь, к сожалению, нам падает. Еще один быстро. Поверхностная закалка 20 тысяч, отлично. Еще один, и тоже можешь выдавать. Ну, ночь, хреново, еще один. Да какая нахрен наваха сажа? Давайте попробуем апгрейд до 15 тысяч рублей, чтобы откомбечить все, что мы потратили на кейс. 42%, ну шанс неплохой, ну стой, ну ты сука, ну куда ты дальше катишься? Так, ну дела у нас теперь крайне плохие, на балике 26 тысяч рублей, мы уходим в жесткий минус. Давайте, ну если нас на живой начал сливать, может перчаточный все-таки будет выдавать. От обратной логики пойдем, слив, еще одни, бух, ну это я уже видел. Ну можешь выдашь по-братски, конвой, понял, еще один. Ну, бронза, ну что, а окуп какой-нибудь вообще? Возможен затмение? А, 10800, сука, я думал, они дорогие. Ну, кожа. Ну, 13500 начинает окупать, но при этом нет. Надо жестче, ну почему не полигон-то, сука? Третья рота командо. Ну, опять вот слив пошел. Опять пошел жесткий слив, сука. Давайте апгрейдик попробуем еще раз до 10 тысяч рублей. Но апгрейды на этом сайте обычно хорошо выдают. Так, апгрейдик мы выигрываем, отлично. Хоть десяточку камбэкаем. Ну что, может великий камбэк? Я хочу добить этот кейс. Ты можешь мне уже выдать? Пожалуйста, пустошь. Еще один. 6200. Хорошо, если нас будет здесь сливать, мы будем идти делать апгрейд на 50%. 44% шанс. Апгрейд опять выигрываем, отлично. Ладно, апгрейдик меня сейвит. На балике 12 тысяч рублей. Хрен с этим перчаточным. Мы уже два раза почти слили весь баланс. Давай вот так, 3 Роллс-Ройса. Ага. Ага, нет, в конце хорошо, выдал 18 тысяч, отлично. Так, двадцаточка на балансе. Ну что, может, она на живой мне сейчас как выдаст?
Ага, выдал, сука. Спасибо, да не, но я не понимаю, зачем я еще перчатки на живой открываю? Но сегодня явно там один слив. Балисяга, 5 штук на 8900. Вот это хорошо, но в общем 9200. Ну, кстати, окуп еще 5 штук. Ягуар ножик, отлично, 14500. Так, на балике 18000 рублей. Так, окей, пипега, еще одну штучку за 3000 и сразу выдаешь что-нибудь бешеное. Камуфляж, спасибо, спасибо, то, что мне нужно. Фу-фу-фу. Я не знаю, перчаточный крутить, но он сегодня как-то не нацелен мне выдавать, но я все равно верю в него. Давайте по одной. Ну, мраморный градиент, 27000, отлично, ладно, перчаточный выдал. Разом, но очень хорошо, и мы почти камбэкнули нашу началку. Может тогда и на живой легенды, но 16, это плюс, но надо жестче плюс, еще один. Еще раз, градиент за 26695 рублей, отлично, на балике 50000 рублей. Мы все камбэкаем и выходим в плюс на 10000 рублей. А буквально 2-3 минуты назад я делал апгрейды all-in'ом, чтобы просто себе камбэкнуть 10000. Ну ладно, самое главное камбэкнули, красота. Так, окей. Окей, я предлагаю сейчас напоследок крутануть 5 магнатов, если он хорош... Ну, короче, посмотрим, что выйдет. Но уже, наверное, скорее всего, буду заканчивать ролик. Так, перчаточки вижу, отлично. Но вот все остальное, конечно, ну да. Сука, хреново, еще 5. О, шедевр, так, 16 тысяч, но это мало. Но я слил в итоге больше-то. 16, еще 5. Еще ножик, кайман, ну, 16500. Сука, можно, ладно, 50 тысяч мои вернуть, и все, я буду заканчивать ролик. Так, на балике 48 тысяч рублей, давайте, знаете, как сделаем? Давайте какой-нибудь Феррари, я его сегодня не открывал. Новый кейсик, ну, не новый, а точнее, кейс, который я сегодня не открывал, и ты меня в конце хорошо выдашь, прям до 50 тысяч. Можешь меня камбэкнуть? Сука, до 50, пожалуйста. Адское пламя, 7200, ну, давай, плюс 1500 рублей, это легко. Так, 9300, у нас на балансе 50988 рублей, считай, 51 тысяча рублей на балансе. И вот на этой прекрасной ноте, я считаю, можно заканчивать видос. И также, мужики, напоминаю, все, кто хотят покатать на Вандеркейсе, вы можете при пополнении ввести промкод NKLR и получить плюс 25% к депозиту. Депать можно абсолютно со всего, скиваться картой, скинами, криптой, как вам нравится. Депнули скинчиком 1000 рублей, на балике получили 1250, вы со старта будете в хорошем плюсе. А также, если вы регистрируетесь по моей ссылочке в описании под видео на Вандеркейсе, вы получаете бесплатный кейс просто за регистрацию на сайте. Еще можете зайти в бонус, подписаться на всех соцсети и получить сверху 12 рублей на халяву, что тоже очень даже приятненько. И все, мужики, всем большое спасибо за просмотр, ставим лайки, подписываемся на канал, не забываем писать какой-либо комментарий, это сильно помогает продвижению ролика, я считаю, за такой видос однозначно можно. Какой же мы красивый камбэк сделали, 6000 рублей. Мы ж нет, 6000, да, мы сделали апгрейд до 12 и сделали потом этот камбэк до 50000 рублей. Пацаны, с вас по-любому лайк, подписка и комментарий, за этот камбэк 100% надо. И все, мужики, всем удачи, всех люблю.